гидроциклы, скутеры или аквабайки. Сегодня без этих рычащих монстров невозможно представить ни один крымский пляж. Солнце, море, а главное – скорость. Что еще нужно для счастливого лета? И все это можно найти в водно-моторных видах спорта. Для кого-то виражи на воде – это просто развлечение, а для Давида Джалогуа – образ жизни. Он мог бы купить квартиру, но на эти деньги подчинил себе ветер и волны. Что внутри, какое сердце у этого коня? Ну, здесь стоит 900-кубовый мотор двухтактный с двумя карбюраторами. Вот, давайте я вам покажу. Вот здесь карбоновый корпус, что два карбюратора, два цилиндра. Этот водный мотоцикл развивает скорость до 200 км в час, весит почти 3 центнера. Однако, несмотря на массу, не тонет ни при каких обстоятельствах. Машину приводит в движение водомет, а управляет ею не столько руль, сколько ловкость спортсмена. Именно это и привлекает Давида в аквабайке. Чем отличается сидячий гидроцикл от стоящего? Сидячий гидроцикл и стоящий гидроцикл – это совершенно разные гидроциклы. Да? То есть, это как сравнить мотоцикл с квадроциклом. То есть двухколесный, четырехколесный, да, так и здесь. Здесь больше ты работаешь с координацией, с весом тела. Стоячие водные мотоциклы предназначены для трюков, сальто, кульбитов и крутых виражей. Сидячие подойдут для прогулок по воде и семейного отдыха. Но в любом случае аквабайк требует специальной экипировки. Будь ты профессионал, будь ты просто любитель, в любом случае ты должен всегда надевать спасательный жилет. Далее шлем. Перчатки используются для большего зацепа с рулем. Также используется ключ. Ключ надевается на руку, это чека так называемая. Без нее гидроцикл не реагирует на старт. Не получится оседлать стального водного коня и без хорошей физической формы. Традиционно спортсмены начинают свой день с подтягиваний и отжиманий. Закачивается спина, руки, закачивается торс, да, ноги, задняя часть, соответственно, вот, плечи. И ты постоянно находишься в работе. Покажешь нам что-нибудь? Да, конечно. Крымские водные просторы стали настоящим открытием для спортсменов с материка. Наше западное побережье, по их мнению, как нельзя лучше подходит для развития водно-моторных видов спорта. Традиционно мы проводим фестиваль Jet Camp, который называется в городе Сочи. Вот уже 5 лет мы его проводили. В этом году мы будем проводить 6-й фестиваль. Сюда мы приехали, чтобы посмотреть место, посмотреть воду, как бы организацию, да, то есть чтобы пощупать, так сказать, в этом, ну, в 2019 году площадку и подумать о том, чтобы, возможно, в 2020 году фестиваль перенести в Крым. Полуостров конкурировать с Кавказом готов. Ведь у нас есть и сильные аквабайкеры, и все необходимое для проведения такого фестиваля. Александр Ткачев, Александр Смычек. Утро нового дня.